сегодня в программе. Что представляет собой конструкция входных дверей с терморазрывом, рассказывает компания «Бастион-С». Зачастую входная дверь в загородный дом практически не защищена от воздействия внешней среды, так как за ней проницаемое крыльцо или лаконичный козырек. Такой жесткий эксплуатационный режим подразумевает повышенные требования к дверной конструкции. В загородном сегменте наиболее востребованы металлические входные двери, что обусловлено их прочностными характеристиками. Специализируемся мы на входных дверях, в первую очередь это взломостойкие двери и двери для загородных домов. Однако металл проводит тепло, и это создает определенные трудности в холодное время года. Чтобы предотвратить теплопотери на границе утепленного контура и улицы, существуют различные решения. Одно из них – терморазрыв входных металлических дверей. Эта технология называется терморазрыв. Что это такое? Если мы разрываем в двери металлические части, мы это делаем при помощи полиамидной вставки, то есть два металлических профиля, и между ними идет что-то среднее между пластиком и резиной. То есть на улице минус 25, дома плюс 25, а между ними соединения нет. И получается, что внутри дверь теплая, а снаружи она холодная. Если установить на входе в дом пусть и прочную, и надежную, и долговечную, но обычную стальную дверь, можно получить ряд проблем. Вообще металл сам по себе является хорошим теплопроводником. То есть если у нас дверная коробка стоит на улице, и на улице у нас минус 25, то весь металл намерзает, и тот же самый металл находится внутри помещения. И, соответственно, дома плюс, металл минусовой температуры, конденсат оседает, иней, наледь, и вот это вот все течет, потом намерзает, можно просто не закрыть дверь, испортить отделку. Короче, ужасная картина. Кто сталкивался, знают и понимают, о чем я говорю. Первоначально для сокращения теплопотерь дверные конструкции стали утеплять с использованием различных теплоизоляционных материалов. Утепленные двери сводят потери тепла к минимуму, а точка росы смещается в утеплитель. Но из-за наличия мостиков холода в местах контакта между внутренним и наружным полотном полностью решить проблему конденсата и промерзания они не могут. Чтобы предотвратить любой контакт между наружными и внутренними металлическими элементами, разработали двери с терморазрывом коробки и полотна. Одним из российских лидеров в производстве входных дверей с терморазрывом является компания «Бастион-С». Само слово «бастион» что из себя представляет? То есть это что-то крепкое, надежное, символизирует как дом, как крепость. За нашими дверями можно жить и спать спокойно. Компания производит на заказ, монтирует и обслуживает входные стальные взломостойкие двери любой формы и сложности. «Бастион-С» в производстве использует только заводской металлопрокат и электродуговую сварку. У нас двери стальные. Делается из марки стали ST3PS. У нас двери довольно-таки тяжелые. Мы используем не фольгу. У нас идет лист стали наружный 3 мм и выше, если надо сделать что-то более взломостойкое. То есть, даже когда мы сейчас дверь поставим, я думаю, на ощупь вы все поймете, чем наши двери отличаются от других. Наши двери – это премиум-сегмент. Это сегмент бизнес, бизнес-плюс. То есть мы, в принципе, реализуем любые пожелания клиента. Любой проем, любые размеры, любая отделка, будь то искусственные покрытия, будь то натуральное дерево, то есть дуб, бук, ясень, и все остальное. То есть отделать дверь мы можем всем, чем угодно. И также делаем двери под абсолютно любой проем, что прямоугольный, арочный проем. То есть, в принципе, мы делаем все. Фурнитуру мы также используем разную. В основном это итальянских производителей. Также, если нужно дверь сделать бюджетнее, можем использовать и китайскую фурнитуру. То есть здесь все зависит, опять же, от выбора. Каждая наша дверь, каждая деталь нашей двери выбирается нашим клиентом индивидуально под свои пожелания. Для программы «Стройбаза» компания «Бастион-С» создала дверь по уникальному дизайну. Рассмотрим на примере данного экземпляра возможности производства компании. Готов наш проект, дверь уже установлена в проеме, остались последние штрихи. В данном случае использована за основу взята наша конструкция «Бастион Классик». Металл идет 3 мм. Утеплитель меняется на каменную вату Rockwell Acoustic Buds, плюс добавляется 20 мм пеноплекса. 20 мм пеноплекса для сравнения – это примерно 20 см кирпичной стены по теплопроводности. Все металлические части двери, как дверная коробка, так и дверное полотно, разорваны при помощи этого материала. Соответственно, в двери стоят два замка, нижний цилиндр и основной итальянский чизы, верхний российский замок Митем. Обратите внимание, здесь внутри под него мы не делали скважину. Как правило, этим замком изнутри никто никогда не пользуется, и дверь на него не закрывают. Изнутри дома для этого есть ночная задвижка, для этого есть вертушка на цилиндровом замке. Этим замком пользуются, как правило, когда уезжают. То есть делать здесь скважину замочную, это дополнительное продувание, то есть сквозная, по сути, дырка. В двери установлен стеклопакет с бронзовой тонировкой, снаружи идет накладная ковка, также самая ковка во фрамуге, можно даже показать вот ее тоже.
фрамугу со стеклом, с ковкой. Отделка здесь идет декоративная МДФ 3D панели с израильской ПВХ-пленкой Винорит. Это покрытие устойчиво к ультрафиолету, к осадкам и так далее. То есть будет стоять надежно, ничего с ним не случится. Все двери на трех петлях на опорных подшипниках закрытого типа. В двери установлен нижний цилиндровый замок под ручку защелки ЧИЗа 56535 PRO. Для уличной двери что важно в этом замке? У него отключается защелка. Обратите внимание, я нажимаю ручку, защелка не уходит. Именно она обеспечивает прилегание двери к дверной коробке, чтобы не продувало и не промерзало. У любого другого замка, если ручку нажать, защелка уйдет и будет люфт, продувание, промерзание. С таким замком мы эту проблему решаем.